Закрытый премьерный показ первого отечественного фэнтези-фильма «Селфи с предками» состоялся сегодня в Астане. В кинотеатрах страны кинокартина будет доступна с 5 декабря. Информационным партнером выступило агентство «Хабар». Фильм повествует о жизни и мечтаниях пятиклассника Инсара, который желает стать спасателем МЧС, как и его отец. Красной нитью в сюжетной линии проходят отношения между отцами и сыновьями. Картина о дружбе, героизме, семейных ценностях и доверии, рассказали сами создатели и актеры на брифинге перед показом. Кстати, кастинг на главного героя команда авторов проводила среди казахстанских школьников.